Так, ну это Money in the Bank наконец-то 2012 от Смакдауна, и записываю я, да-да. Я все-таки его записываю, это выходит Лорд Тенсай, обычно Тенсай, без музыки, только что скачал каву, комьюнити пиздец как лагает. Чтобы я их побыстрее скачал, сейчас буду ходить. Это Дэмин Сэндоу. Damn, yeah, stand down. Посмотрим. И Тайсон Кид, вот он наш. Тайсон, Тайсон, let's go, Тайсон, let's go, Кид. Отличная музыка, конечно. Фаворит наши матчи, Тайсон Кид. Кто же сейчас выходит? Кори Роуз. There we go, man. Okay. И Долф Зиглер, конечно же, Долф Зиглер. Илюха Багун за него болеет, конечно же. Поехали! Парарарам. Это Кристиан, камон, ветеран такого типа матча. Сэндоу и Лорд Тенсай впервые в таком матче. Зиглер уже вроде бы был. Коди, по-моему, тоже был. Да, Коди был. Как раз год назад от того же Смакдауна. Ну, а Кристиан год назад на Money in the Bank защищал титул от Ортона. Или наоборот, нет, по-моему, он защищал от Ортона, да. А в этом году, как видите, Кристиан попал на Money in the Bank. Как раз таки со своим интерконтинентальным титулом. Посмотрим. Этот вид матча никогда не выигрывал, мало ли. Бац, и возьмет чемоданчик. Хотя смысл, ну, если у него интерконтинентальный пояс. Ну, мы посмотрим, конечно же. Что же скажу о Зиглере? У Зиглера тоже есть шансы выиграть его. У Тайсона, к сожалению, шансов, скорее всего, ноль. У Сэндоу, тем более. Тенсай там, скорее всего, свалится с лестницы, вот Кристиан пипсов ищет. Нашел, показал, я вас всех люблю. Ну и что сейчас будет? Мини-хаус на ринге творится, так как 6 человек, 2 лестницы и дебильный режим матча ВВЕ 12. Ха-ха-ха. Давай, грузись, скотина, все. Загрузилась, судьи нет, и начинается. Ой, Дамьен Сэндоу похож. О-о-о-о-о-о-о-о-о. О, Тенсай, Тенсай, посмотрите на лорда. Ого-го, хаус. Ой, Дамьен устанавливает уже лестницу. Ты чё тут пропагандируешь? Ты, блин, священник. Иди в цирк, нубик. Дропкик Адольфа. Господи. Так, Кит пока ничего не сказал. Так, а вот была попытка суплекса Дамьена. О, Кристиан залезает. Кристиан, нет, его за штаны вытащили оттуда. Ох, удар между ног. А, гламурный Дамьен Сэндоу в розовых трусах. Да. Так, уже тут хаос, посмотрите, каждый рестлер уже попытался поставить лестницу. Ой, суплекс, неужели на лестнице? Ох, май лорд. Видим Роуз, Кристиан, вспоминаем Экстрим Роуз. Ой, Over the Limit вроде бы. Так, Planted. Сейчас будет Planted. Сэндоу. Нет. Это вот бросочек классический, можно сказать. О-во-во. Нет, туда все-таки Роуз раньше врезался. А, Зиглер, посмотрите. О-во-во, можешь сейчас больно быть Лорду Тенсай. О май гад. И она взлетела. Так, DDT от Роуза на Кристиане. Напоминаю, Роуз выиграл квалификацию против Кристиана. Там были правила, если побеждает Роуз, то он попадает на Money in the Bank. Если побеждал бы Кристиан,
то ничего бы не было. Ну да, слился бы. Сэнда уже полез, но упал. Упал Дамьенчик наш. Демьян где-то. О май гад! Ой-ой-ой. Трое рестлеров за рингом. Крищен, Зиглер и Тайсон Кид. Тайсон Кид берет лестницу. Так, Зиглер, ноша пожарника. Нет, Крищен реверсирует за ней DDT. Так, я сейчас скажу, кто тут фейс, кто тут хил. Крищен фейс. Тайсон фейс. И все. Двое фейсов, остальные хилы, друзья. Ну, вряд ли там еще Морелло участвует, но в игре максимум 6 человек можно. Поэтому у нас вот так вот получается. О, Тинсай. Ой. Попался. Попался Кит. А Кит выиграл от у Джека Свейгера и попал в этот тимбой. Впервые в нем. Да-да, впервые. Посмотрим, как он себя проявит. Как я говорил, самый ветеран в этом матче из всех этих участников это Крищен. Он и с Эджем в команде участвовал в TLC матче, кто может сказать то же самое. Так, а там звонят, мне не до этого, это друг звонит. Так, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, ой, господи, господи, боже мой. Убираем. Крищен повис. Дольф, ёперный, ну уби... Ох, какой бросок, это мне на Сэндл. Опасно. Не, ну так нельзя. О, посмотрите за рингом, а. Что творится? Тинсай. Стоп, а Тинсай у кого выиграл? А, у Джейсона Гейбрилла, да, он победил. Гейбрилла, по-моему. Зиглер, можно сказать, через постель. Бы. То есть никак. Ёперный. Достали. Ой. Ёлки-палки. Суплекс пи... Нет. О, два... Можно сказать, два новичка на лестнице. Что же это покажет нам? Пока что ничего. О, оба упали. Оба упали. Оба. Еще один с пауэрслэм. Коди снова упал. Так, теперь старичок и на... Нет. Крищен падает. Ой, Зиглер, элбодроп, перфект элбодроп by Dolph Ziggler. Бэмс, he got him. Dolph got him. Зиглер понимает, попытка нокбрейкера нет. Реверс. Комплитшот, и снова Альберт. Ой, извиняюсь, Лорд Тинсай, школота не поймет, кто такой Альберт. Он показывает что-то и тут. И тут. Ух, Avalanche Body Splash. О, нет, нокбрейкер. И никаких зигзагов мы видим. О, попытка зигзага, нет, или слипера. Там Сэндл, Демьяна убирай, ну. Ёп. Бедный балет, а. Градбастер, из ниоткуда. Дамьян Сэндл улетает за ринг. Долф, ох. Урикан Рана. Тайсон Кид дотягивается. Да, Тайсон дотягивается, потому что надо скидывать. Так надо рассчитывать, боты, учитесь. Так, вот это хаос, посмотрите. Ух, как получил сейчас Тайсон лестницей мощной. И тут, задний суплекс третьего ка... Ох. Бог ты мой, а. Забра... Это что? Оба! Зигли! Ух! Да-да-да! Сэндл! Двойной урон, он уже на стуле лежал. Так, тут попытка. О май гад! Вот так! No. Нет, видим, там Тайсон гуляет, и тут Зиглер ножницы проводит. Скин. Тинсай! Зигзаг! На Тинсай, но тут Тинсай еще проводит вот так вот элбоудроп. Ух. О, господи. Немецкий суплекс. Еще один. Так, Сэндл проводит запуск. Блять. Адольф улетает за ринг. Держится.
Не надо ко мне идти, Тинсай. Удар по глазам. По подло низко. С Пеппи трудно бороться. Ой, это не футбол, извиняюсь. И... О! Все, капец сейчас. Тинсай бомба. О май гад. О май... What the hell? Ему еще и мовсет. Блять, я не проследил, чтобы не поставили мовсет. Извините. Скорее всего... С Дамьеном та же самая хуета. Но все равно Зиглер валялся. Даже после такого корявого приема. Зиглер... Ой, лестницу установили, друзья. Куда лезет? Уже никто не лезет. Вот туда. О, Зиглер, посмотрите, как он... Ух! Ух, Дольф нас радует. Так, почище вот так вот. По меж ног ударил. Пс. О! Видим, никак не удается успокоиться рестлером. Го! Тенсай! О май гад! Ой, два новичка сейчас улетают с лестницы! Оу! Кто как? Кто как, друзья? Улетел, кстати, этой падения вернули с ЭВР 10-го, 9-го. В 11-м было все с нормальной физикой. Так, включаем попытка суплекса была. Ой, Сэндов готовится к походу к финишеру. Надеюсь, ему поставили. Нет, надеюсь, хоть ему. Сэндов! Попытка нокбрейкера была. Долф! О май гад! Белла слэм! О, Коди! Коди Роуз! Коди Роуз! Ой, Тайсон попытку хотел получить. Точнее, была попытка, но он отправляется. О, в стойку ринга. Тут еще. Ой! Да, все-таки провел свой нокбрейкер Дамин Сэндов. Так, Хурикан Рана. Хурика. Ой! Из ниоткуда, да-да, Кол, ты прав. Майкл Коул. Немецкий суплекс. I am win. Ох, какой там фейсбастер был. Опасный. И снова два рестлера сидят. Блять, Сэндл. Нет, Сэндл падает. Друзья. Не может никак Демьян, ой, Дамьен. Beautiful disaster была попытка. Ух, 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 как он его на плечи-то закинул. Господи, баги. О, knee drop. Нет. Спасение, сейв. Тайсон Кид! Может вытащить? Нет, не, уже не может. Он может упасть. Эпично, это да. Урика. Да ёперный ты балет, а. А-а-а! Го! Да, 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 да. Вот так и надо с такими. О-о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 . Нау! Так, еще один Белла Слэм. Так, тут уже взял Слэджхаммер. Да, мне хотел... Ох. О май гад. Получил сейчас Долф. Ой, и опять. Да. Е. Е. I am Долф. I am... Опять двое. Слоу, 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 слоу. И Коди с Дамьеном отправляются. Далеко-далеко. Тут... Ох, отлично. Снова отлично. Дамьен понял, что он не туда установил лестницу, а теперь вот туда. Зиглер. Ой, Кристиан и Дамьен Сэндл. Друзья. Друзья. О май гад. О май гад. Сэндл нокбрейкер. Господи ты, боже мой. Опа. Ой-ой-ой, Тайсон Кид. Видим, уже хаос творится. Как каждый рестлер взять хочет, мы видим это. Да, мы это видим. Ой. Ну не каждому дано залезть. Да господи, подними ты его, а. Тайсон Кид, о май гад, проводит финишер свой. Кривенький некбрейкер такой. А Тайсона Кид... Ой, ёперный ты балет. Суплекс рыбака. Так, хотят оба... Крыша, 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 накройте, кройте, крик... Сэндл проводит, нокбрейкер! Блять! Оперный ты балет, а! Крыша, Роллс! Зиглер из ниоткуда!
Во-во-во! Неужели? Зигзаг! О май гад! Прям на стул! Пэмс! Удары по голове! Коди и Демьян... Ой, Дамьян. Сэндл. Никто из них не победил в этой битве. О май гад! Wanna fall! Придавил. Ох! О май гад! Снова два новичка. Ох, бог ты мой, скиньте вы их. Хаос творится, хаос. Ёперный балет. Ну не very, ну impressive. Сэндл. Тайс. О май гад. Может быть у нас неожиданный победитель, нет. Не может быть. Твою мать. Блин. А, wanna kick. Так, Дамьян. Сэндл. Сзади. Дос. Дос Гарем, отличная фраза от Майкла Коула. Впервые в игре услышал эту фразу. Точнее, не впервые. Он ее редко говорит. Тут лезет Тайсон Кит и Дов Зиглер. Ох, бог ты мой. Бог ты мой, а там мы видим завис. Завис Крисчан. И Дольф. 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 Нет. Господи ты, ёп. Поп-поп. О май гад. Экстремально. Кит. О май гад. Господи, Тенсая убей! Убейте лорда! Пиздец, лорд Тенсай побеждает матчи. Для всех это нежданчик полный, как говорится. Надеюсь, вам бой понравился. Главное, какой матч, а не кто победил. Вот так вот, друзья. Всем удачи, смотрите рестлинг, любите рестлинг и не сливайте рестлеров.